Его редкий тенор «Альтино» – ультравысокая разновидность тенора, узнаваемая по высоким верхним нотам, невероятно удивляет тех, кто впервые на его концерте. И за это любят его преданные поклонники. И, конечно же, за то, что каждая программа – индивидуальный, тщательно отрепетированный проект. Такой проект увидели и альметьевские зрители. Заслуженный артист России и народный артист Татарстана Альберто Садулин приехал в Нефтеград. Альметьевская публика истосковалась по талантливому певцу, да и он сам признался, что скучает по Татарстану и по Альметьевску в том числе. Последние 52 года жизни Альберто Садулин живет в Санкт-Петербурге. Там он известный и востребованный тенор. Выступает не только в России, но и за границей. Татарстан артист привез юбилейную программу к своему 70-му дню рождения и 45-летию творческой деятельности. Тур состоялся благодаря поддержке правительства республики и компании «Татнефть». Я захотел, очень хотел приехать в Альметьевск, и тому была еще одна причина, потому что у нас очень хорошие отношения уже давно как бы сложились с компанией «Татнефть». И вот, обратившись к генеральному директору этой компании, замечательной, мощной, к Наилю Ульфатовичу Маганову, он также легко откликнулся и сказал, что конечно же, мы как сможем, поможем. Вместе с тенором в тур отправился и джаз-бенд Олега Кувайцева, и театр танца «Булгары». Поэтому исполнение каждой композиции на сцене похоже на маленькую театральную пьесу. Особое впечатление виртуозной игрой на баяне у публики оставил солист оркестра театра «Булгары» Наиль Мухамедьянов. В программу концерта вошли эстрадные песни разных лет, фрагменты из рок-опер, а также попурри из известных композиций классики рока 60-х и 70-х годов. Энергетика, постановка. И танцы сами, и красиво поет очень. То, что он объединил несколько стилей, и достаточно такой душевный, интересный человек. Я думаю, он передает это на сцену, со сцены точнее, передает людям. Вот эта постановка, ансамбль понравилась. Ну, я сюда попал совершенно случайно. Постановки очень крутые, красиво танцуют ребята. Перед альметьевском тенор успел выступить в Нижнекамске и Набережных Челнах. Следующие концерты пройдут в Бугульме и Казани. Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.